Фонари раскачивались и мигали, светлые круги крутились по тротуару, но стало значительно светлее. В Рязани разработали пешеходный маршрут по следам Радзевича. Первую авторскую экскурсию провел профессор РГУ, культуролог, эксперт творческой мастерской Радзевича «Жизнь как проект» и праправнук известного градоначальника начала 20 века Александр Соловьев. Радзевича выбрали потому что вот ему удалось, скажем так, помочь людям в городе, да, другим очень деятельным людям, которые для города сделали вот такие революционные вещи. И в области образования, и в области медицины, ну и вообще связано с условиями жизни в городе. При Радзевиче в Рязани появились первая электростанция, городское освещение, водопровод, общественная больница, сеть доступных аптек. Его команда стояла у истоков развития дополнительного образования в городе. Электростанция находилась в здании, где потом долгое время размещался хлебозавод, а сейчас создается молодежное креативное пространство. Поэтому это место действительно корневое. Это, можно сказать, некий такой храм технологий, которые просто двинули жизнь в городе на совершенно новый путь и на новый уровень. Но в начале 20 века нашлись скептики, которые даже электрификацию восприняли в штыки. Электрические столбы были поставлены, и была даже такая карикатура. Да? То есть реально не все горожане очень хорошо принимали, да, изменения. И сейчас это происходит. Мы говорим, вот там какие-то, да, каких-то новых вещей понаставили и так далее. Была такая карикатура великолепная совершенно, когда город выглядел как лес столбов. Да, что вот сейчас понаставят везде столбов этих электрических, и мы будем в них ходить, как в лесу. И таких интересных подробностей новый пешеходный маршрут по следам Радзевича открывает немало. Он охватил первую рязанскую электростанцию, здание летнего и зимнего дворянских собраний, Рязанского земства, первой мужской гимназии, Нижний городской парк и единственный уцелевший дом Радзевичей на улице Свободы, 63. Ему удалось объединить самых разных деятельных людей, и в это время вот действительно создать такую социальную сеть взаимодействия людей из совершенно разных областей и добиться очень таких хороших результатов. То, что люди должны понять, что все то позитивное и хорошее, что мы делаем, это усилия каких-то социальных сетей людей.